Привет, мы снова Мария. Подписывайся на канал. Приятного вам просмотра. Сегодня мы идем гулять. И зато вам покажем, как мы гуляем. Мы проходим мимо и увидели, что здесь у нас дикая вишня растет. И обратили внимание, что она у нас зацвела. И почему-то зимой. Да. Сегодня у нас какой? 7 февраля. И растет. Вишня у нас цветет. Здесь какие-то ягодки? А это ж невкусные ягодки. Это ягодки для птичек. Да. Мы решили выйти прогуляться. Хотим в лес ходить посмотреть, как там в лесу. Снега у нас нет, сегодня тепло, хотя вчера был дождь. Хотя жалко, что нет снега. Это мы идем вдоль деревни, и тут у нас маленький ручеек. Его немного почистили. О, там сережки. Пошли мы. Впереди идет Леша, он нас ведет. Мы хотим сходить в лес. Я нашла, я смотри, шишечки. Или что это? Шишечки. Ой, как серьги. Повесь ногу, серьги. Это мы проходим, увидели детскую площадку. И Джайка побежала. Довольно-таки большая детская площадочка. Удобные лавочки. Все шатается аккуратно. Держите за меня кулачки. Грязно, фу. Ты аккуратно, а то скользко. Я сейчас по воду пойду. Давай, давай. А ты сможешь так высоко залезть? Мне кажется, нет. Мне кажется, тут для более взрослого возраста. И холодно, да? Ого, как высоко. Ну давай попробую помочь. А как? А как? Не знаю. Давай, давай. Давай. Ну давай, не бойся. О, какая ты молодец, спускайся. Это высоко. Все, молодец. Я хочу на это спуститься вниз. Это я мастер, ломастер. Так, только придется залезть. Страшно? Я помогу. Спасите. Может, слезем? Ой, Маш, смотри, сорвешься.
Давай слази. Ну, конечно, зима же у нас. Вот мы заходим в лес. Людей много в лесу. На велосипедах. Ты устала? Ты тут у нас лавочки. Мусоркой. Чтоб можно было отдохнуть. Ага, пойди, вот шлагбаум. Ограждена дорога. А мы не-не-не. Должны думать, я утопаю. Проходим. Мы в лесу нашли черемшу. Мы только, но она у нас только-только начинает. Вот такая штучка. Ну что, собираем, попробуем? Только начинается. Вообще она занесена в Красную книгу. А здесь все перерыто кабанами. Кабаны ее ищут. Конечно, они тоже едят. Как тут нарыто. Лёша нам сказал, что это кабаны нарыли. А может, это козы нарыли? Не, козы вряд ли. Или так, Джойка нарыла. Черный лес у нас тут. Джойка, ты уже нарыла яму, да? Лёша впереди идет. Вот так. Вообще очень красиво. Лес. Все, погуляли немножко. Мы теперь идем домой. Это была у нас небольшая прогулочка. Влада, как всегда, отказалась с нами гулять. Сказала, что ей надо делать уроки. Она у нас ответственная девочка. Посмотри, какие глубокие ямы. Угу. Я королева. Быков. Какая у нас Джойка мокрая. Ага, потому что она по воде лазила. Догоняем папу. Ага. Пойдем, папу догоняем. Смотрим под ноги. Я в яму чуть не... О, Джойка бежит. Нашла папу ищет. Еще одна охотничья будка стоит. А мы там не были? Нет, это другая. А это, блин, эти зыки, пауки. Мы нашли очень старый камень. В лесу. Вот, нет, 1750, не старый. 1750, но тоже старый. Ну-ка, поближе его. Ну, не знаю, видно будет, но не видно. Там, может, еще можно открыть. Это красиво писали на камне. Прям вот так, знаешь, витиевато. А разве 1760, не 1700? Ага. Это так шестерочка написано. Да, шестерка такая. Вот. Вот какой старый камень. 250 лет, да? Ну не сильно старый-то. Что вы взяли? 260. Века? Был когда-то указателем. Да, дорога была. Вот и она и сохранилась, по идее, еще. Видишь, она как вот как бы все так посмотришь, я видно. Как аллея. Ага. Не заросла еще большими деревьями.
Мы увидели тут какую-то нору. Ого. Правда, что это нора. Лисы. Прям много лазов у них. Грань. Тань, сколько много. Ага. А видно больше на гребеной. Выгребаешь же оттуда с норы. О, Джойка нюхает, лянь. Кто там? Джой, смотри, свалится. И с той стороны тоже. И с той стороны тоже. А вот здоровая, свежая нора. А мы пойдем посмотрим. О, какие интересные. А лапок не видно, да? Вот мы нашли след кабана. Косуля, мам. Вот еще. Это косуля, кажется. А может и косуля, потому что вот они следы прям. Видела такую штучку. В поле прям сразу видно, что какая-то полосочка. Оказывается, это мыши протоптали такую дорожку. Вот они, их не норки. Вот это да. Прям дорога к яблокам. Вот. Так. Вот так. Даже такое бывает. Я не встречала. Ganz besonderes wäre. Es ist wohl das am meisten bekannte Streuobstwiesenprodukt als Schorle. Ah, Schorle это яблочко. Где яблоко? Вот, вот это яблоко, вот сюда. Вот, я ставлю сюда. Зачитаем, что это. Diese Durchobstwiesenprodukte Halbart und Gerne mit Flugbrot verwendet. Не груша? Это груша. Это груша. Это груша. А, вот, правда, давай грушу сюда. Все, это груша. Вот нашли такие пазлы. Из каких фруктов что можно создать? Ну что, так я ничего не поняла. Читай, надо уметь. Понять. Называется Алис Оп Салат. Называется, отгадай. Да. Яблоко, орех, груша и слива. Что можно сделать? А вот такие еще качельки у нас есть. Да, только садись. Ну-ка садись. Ну так будем тянуть. Так? Давай. Давай, если бы я туда бы закинуть бы. Думаешь, получится? Ну, садись, Маш, просто сядь. Оба. Маша сделала в бабочку. Как хорошо кататься, да? А вот она, бабочка. Ого! Вот поставили новые для отдыха лавочки. Ну да, большие. Мы уже в деревне, а это здесь у нас сделали инфоцентрум, делают прививки от коронавируса. Вот. Вакцинация проходит, но в основном делают пожилым людям. Инфоцентрум. Да, людей много, даже в выходной день. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Мария. Всем пока!